Сила тайги. Сила реки. Сила гор. Сила духа. Сила воли. Сила красоты. Сила семьи. Сила традиций. Сила движения. Сила света. Сила Сибири. Национальное достояние. В эфире телеканала «Россия. Большие воскресные вести». В студии Эрнест Мацкевичу. Здравствуйте. Главные события этого дня и уходящей недели в нашем выпуске. Вода на юге, огонь на востоке. Несколько норм осадков за сутки или пожар и иссушающий зной. Главное – это сохранить жизни и здоровье людей. Президент берет под контроль ситуацию лично. Почему вся планета бурлит и дымится? Что узнали ученые и к чему они призывают готовиться? Талиб танцует в захваченном здании. До Кабула считанные километры. В доме маршала Дустума новые жильцы. Боевики заходят в афганские города на технике армии США. Почему созданный Вашингтоном порядок посыпался словно карточный домик? Надежда и гордость западной коалиции Лев Герата теперь тоже талиб. Что вырастет здесь на обломках западных ценностей? Легендарный Ил-76, на котором 25 лет назад наши летчики бежали из Кандагара, по-прежнему в небе. Мы нашли его. Что если бы это случилось в Афганистане сегодня? Святыня, о которой никто не догадывался. В Украину доставили уникальную реликвию. Для чего с почестями и трепетом привезли сюда послание гетмана Орлика шведскому королю? Почему присягу чужому монарху пытаются выдать за конституцию, если оригинал документа на русском хранится в Москве? Сбылась ли мечта о независимости? Взлетит ли на праздник последняя мрия? Больше, чем просто киллер. Какими делами занимался в свободное от ликвидации время Александр Мавриди, сбежавший из изолятора в Истре? Зачем держал на цепи известного адвоката? И почему так напугана вдова убитого им бизнесмена? Конечно, я чувствую страх. А также, что рассказали те, кого уже удалось поймать? И что мы знаем о помогавших побегу охранниках? ГКЧП 30 лет спустя. Был ли в реальности изолирован Горбачев? Кому он мог позвонить? Где находился Ельцин? И как рядом с ним оказался нынешний глава Росгвардии Золотов? Неизвестные факты. Премьера фильма «Наиля Аскерзаде» уже сегодня. Уже завтра Владимир Путин ждет от правительства и администрации президента проекты поручений о ликвидации последствий стихийных бедствий в нескольких российских регионах. Накануне глава государства собрал совещание, чтобы обсудить лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, а также наводнения на Кубани и в Крыму. Назвав масштаб проблем в некоторых районах абсолютно беспрецедентным, президент обозначил те задачи, за которые нужно браться безотлагательно. То есть уже в ближайшие дни и даже часы. Это в том числе восстановление инфраструктуры и жилья, медицинская помощь пострадавшим, содействие предприятиям аграрного сектора и организация отдыха детей из затронутых бедствиями районов. О главных решениях Алексей Головко.
Жаркое лето.